Поскольку мы приехали не на сам завоз, а чуть-чуть позднее, тут остались еще вот надувные матрасы. Ну, скажем так, мелочь. А здесь вот постельное белье. И там опять надувной матрас. Здесь снова мелочь. О, машинка для стрижки волос. Мелочь. Всем привет, рад новых встреч. Всем привет. У нас сегодня палет небольшой из Sam's Club. Он нам понравился больше среди тех, какие там были. Так, у нас тут коврик. Здесь вот они пишут damaged, поврежден. Поврежден. Осталось только посмотреть, насколько сильно поврежден. Так, есть. Есть. Ой, какой симпатичный, смотри, серенький с беленьким. Ну, а здесь, видишь, он испачкан. Вот в этом краю он испачкан. Да. Вот тут. Так. Отмыть можно. Поехали дальше. Что тут есть еще? Открылся. Ну что, что тут повреждено? Вот тут нитки вышли. Да нет, это обрезать нужно. Или прижечь, чтобы дальше не шло. На ощупь он вроде бы. Ну, вроде он ничего. Вторую сторону. Может, здесь что-то еще есть. Только там вот уголочек грязненький, да? Грязный уголок, да. Ну, это можно помыть. Грязный уголок, а тут... Тут, ну, ничего такого я не вижу, что прям сказать, что прям он с какими-то дырами или что-то с ним не так. Угу. Да нет, он целый. Там вот грязно, все остальное целое. Такой небольшой, да, он? Да, хороший. В детскую комнату, знаешь? Ну, хороший. Скажем так, он вероятен, пойдет. Можно его использовать как в детском, он такой мягкий. Не сильно мягкий, но мягкий. Нашли мы этот ковер, его стоимость $64. Он что получается? В фитах он 5 на 7, а в метрах он 1,5 на 2. Есть картинки. Так, подожди, картинки. Вот картинки, вот они. И мы его себе оставлять не будем, мы его будем продавать. А продавать мы его будем полцены за $30. Следующий товар. Контейнер какой-то. Контейнер. Так, давай-ка я его вниз сразу спущу. Арт. Скотч. Строительный, да? Что? Арт. Бренд ты имеешь? Да. Вот, я не помню. А. Так, что это здесь? Нет, она здесь просто выскочила. Я думала, сломана. Она тут... А, вот все, она просто выше вверху не понес. А он на колесиках. Он на колесиках. С этой стороны так. Вот только вот крышка. Здесь вот побелела. Тут, ну, видать, я не знаю. Упала. И вот здесь вот. Вот это, трещина. Это трещина. Где? Вот. Трещина? Да. Ну, она, знаешь, она не такая, что она прямо трещина. Трещина вроде как есть, но не так, что... А вот здесь вот... Так. Они говорят damaged. Вот. Ну, damaged, да, крышка была. Крышка сорвана, damaged. А посмотри его самого, может быть, там тоже где-то. Сейчас, походи, этот скотч шумный. Так, здесь он. А, вот здесь вот трещины. Вот они. А, вот они, где трещины идут. Да. Видишь, вот. Ну, в гараже есть такое использовать. Или в гараже, или по супер низкой цене. Одно из двух. Или так, или сяк. Или мы его продадим по очень низкой цене, да, или гараж. Окей. Так, его стоимость вот тут вот указана. 49,90. Ну, 50. $50. $50 это бачок, и он был совсем недавно. 3.25. Это 25 марта он был, да, обратно вернут, или как управим? Ну да, вернули. Вернули его, да, 25-го. Угу. Может, неудачно открыли как-то? А, не знаю. Хорошо. Следующая коробка какая-то детская игрушка. Это кухонька. Кухонька. Здесь есть... Ах ты. Здесь есть
Где? Damaged. Да. Да. Вот. А, вот, смотри. Ну, вот он, видать, сильно поврежден. Смотри-ка, он, вот этот из Walmart'а. Эти все палеты, они обычно компонуются из двух, Walmart и Sam's Club. Вот это вот именно с Walmart'а. Ну, сейчас я ее соберу, и тогда все станет понятно. Да, если... Почему-то, судя по коробке, ну, собирать не из чего будет. В любом случае, его открывать да собирать. Надо же посмотреть, что там. Ну, кухонька, да. Сейчас я соберу и потом покажу. У нас у Эльзюшки есть кухонька розовая, большая. Но выглядит намного меньше. Посмотрим. Собрал я эту кухню. Хотя на самом деле она... Здесь только спинка, да, открывается? Да, но только вот это вот отдела, вот эту часть, она как бы наклейки уже на месте. Вот эта штука сломана, кран. Здесь оставляются батарейки. Скорее всего, этих батареек нет, потому что я вот включаю, ничего не происходит. А нет, происходит. Ну да. Это как будто ты, значит... Кастрюльку ставишь. Вот здесь нет этих кнопочек. Нет, вот кнопка. То, что у нашей Эльзы, да, у нас у нее там кнопки прямо в этих фазах. И когда ты ставишь кастрюльку, она попадает ровно в паз, и там либо булькает, либо шкваркает. Ну вот, а это вот надо кнопку нажимать. Да. И только булькает. Здесь, значит, щелкает с этой стороны. Духовка. Духовка, да? Духовка. Да. Мусорный бачок. Это, видать, холодильник, скорее всего. Со льдом. Угу. Да. И шурупы для того, чтобы прикрутить вот эту спинку, чтобы она не выскакивала. Вот это для чего, я не знаю. Самое главное, что мы обратили внимание, то, что здесь нету кастрюли, свыше 20 нету предметов. Да, должно быть. Да, должны вот быть тарелочки. Какие-то продукты. Потому что телефоны. У нашей кухоньки было все это. Да, здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Да, только сама кухня. Ты знаешь, это можно оставить в дополнение нашей кухни. У нас... Либо ее как следует отмыть и оставить Эльзе. Можно одну кухоньку наверху, одну внизу. Нет, две рядом поставить. Или две рядом. У нее есть все эти аксессуары. Или... кухоньки. Будет туда-сюда бегать. Думаешь? Ну, оставим нет себе? Или будем продавать? Не знаю. Пусть оставит, пусть играет. Здесь ничего нет. Что хорошо, пусть играет. Стоимость новой такой. $80. $80 у новой. Мы его будем оценивать как? Я не знаю. Ну, в $20. Здесь много чего не хватает. Сама кухня есть, всего остального не хватает. Записываем 20. Окей. Okay. Ты что делаешь, Кисунь? Это вайпинг. Йо, вайпинг? Вытираешь? Да. А что, она грязненькая? Да. Да? А потом что будешь делать с ней? Играть. А там посудки нету, да? Посудки? Да. Ну, чашечки. Или своя посудка есть, ничего страшного. Вон там вот внутри протереть не забудь. О, у тебя там уже мусор есть? Нет, это же телефончик. Что там еще есть? Зайка? Сейчас протри там внутри везде. Вытирай, Кисунь. Потом наверх отнесем. Да. Да? Так, молодец. На локете и зашло, и потом это может да, звуки издает это. А это что? Раковина? This is raccoon. This is raccoon, ага. Это что такое? Овен? Плита, правильно. А это? Refrigerator. And then, look. Huh. This is for making ice, right? Yep. Yep. Это холодильник со льдом, да? Yep. Да? А что ты готовишь для мамы? My have one kitten. А, это ты мне теперь даешь? А это новая кухонька тебе? Да, это мне. Это тебе? Yep. Кран мы убрали, потому что он был поломан, так что... Чтобы не поцарапалась Эльзюшка, да, Кисунь? Yep. Да. Ну вот. Ты довольна? Тебе нравится новая кухня? Да. Да? Будешь играть? Да. Да. 3 абсолютно одинаковые коробки.
из Sam's Club. И они говорят, что это самое, передумали. Здесь тоже передумали. Три штуки, и они одинаковые. Здесь три одинаковые коробки. Вот это storage bench. Это, скамейка. Скамейка. Знаешь, с местом хранения. Вот это вот выглядит, как будто открыто была раньше. Что она какая-то надутая. Угу. Давай сейчас мы ее откроем, посмотрим, что там внутри. Так, не по-заводски. Да, она... Собиралась. Явно, да, что-то с ней было. Ладно, сейчас я соберу, и тогда все будет понятно. Так, не уверен я, что я собираю правильно. А инструкции в этой коробке не было. Открой-ка сейчас мы вторую коробку. Ну, правда, мусор тут насорили мы. Уже с этого пенопласта. Сейчас мы откроем вторую коробку и будем надеяться, что там есть инструкция. Коробка выглядит так, как будто тоже была открыта. Скотч повсюду, вот эта лента сорвана. Ну а вот здесь вот эта лента закрытая, Валя. Дыры тут какие-то. Знаешь, давай откроем. Откроем, будет понятно. Так, эту надо резать. Все? Да, все. Так. Так, ну вот здесь, по крайней мере, какие-то бумажки есть. Есть какие-то бумажки. Они говорят, видеоинструкция в YouTube. Смотри. У нас такие есть? У нас на первой части. Нет, подожди, вот здесь вот что-то есть. Вот в этом пакете. А. Вот это... что-то есть. Сейчас, это нож, скорее всего. Смотри, вот пенопласт. Вот он, значит, тоже открывали, что ли? Давай мы его просто соберем. Сначала по инструкции, да? Да, ну да, раз есть инструкция, давай ее соберем. Просто будет так проще. А вот даже так книжка есть. Даже есть книжка. Окей, давай соберем, потом включим. Угу. Все, собрали мы эту скамейку, лавочку. Сколько пополам, да? Ну, знаете, тут такая история, вот здесь все собирается в большей степени на защелках, ну, защелки, лягушки, их по-разному называют. История такая, скрепила, она защелкнула, ну, и там в лучшем случае еще какой-то болтик добавляется. И я прекрасно знаю, что если эти защелки туда-сюда, то они когда-нибудь сломаются, и скамейка станет, ну, лавочка, ну, такая нехорошая, ненадежная, и поэтому я... Благо было куда подглядывать, и, значит, нашли мы инструкцию и собрали. Это лавочка, она же место хранения. Она предназначена для улицы и вроде как вот непроницаемая. Именно эта лавочка, она не комплект. Что значит? Не хватает шурупов. Вот эта штука должна быть здесь, надо прикрутить же шуруп. Вот это вот тоже должна быть и шуруп. Ну, это для того, чтобы замочек вешать. Ну, шуруп можно докупить. Шуруп-то я найду. Просто сама история заключается в том, что, ну, шурупов не хватает. Ну, да. Не комплект в том, что шурупов не хватает. Она, значит, для улицы, водонепроницаемая. Мы нашли его стоимость. Ее. Хорошо, ее. $140. Sam's Club. Понятное дело, что мы их три... Мы их все, наверное, нет, наверное, не все. Там одна, по-моему, совсем запечатанная. Те, которые открыты, мы их соберем. Третью, наверное, оставим как есть. Но все они у нас идут на продажу. Может, одну себе оставим? Ну, а что, смотри, нормально. Ну, если тебе нравится, если тебе хочется, то хочешь, одну оставим. Но две точно продадим. Если кому интересно, обращайтесь. У нас имейл там есть под нашим видео всегда. Ну, мы, конечно, его будем продавать половину, пол стоимости от этого. Mm. На этом наша распаковка завершается. Мы этот палет взяли за $250. И там же также присутствовала такая мятая бассейн, пластик смятый. Я его прям сразу там и выпросил в мусор на этом складе. Все, что мы насчитали, это $530. Очень маленький палет. Отнимаем 250, что мы потратили, получаем $280.
ну, там, выгоды, я не знаю, или экономики, как угодно. Как минимум у ребенка точно есть новая игрушка дополнительная. Ну да, аксессуары у нее есть. Ничего страшного. У нас две девочки, к этому вторая вырастет, и будут они вдвоем на кухне, на кухнях готовить. Ну, у нас еще есть скамеечка на задний двор. Может быть, даже на порч можно поставить. Я предлагаю, если ее туда, вперед, на фасадную часть. Ну да, у нас там... Там как раз мало места, вот как раз для нее место. Как это порч по-русски? Крыльцо, да? На крыльцо. Крыльцо. Порч вообще это площадка. Но в нашем случае это крыльцо. Ну, у нас на крыльце маленькое есть такое место, куда можно поставить. У тебя есть вот контейнер, коврик. Ну, коврики я предлагаю продать. Две такие лавочки я тоже предлагаю продать. Да, две такие. Вот это вот оставим мне под всякий хлам в гараж, а это нашим девочкам. Пишите ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем мира и добра. Пока-пока. Всего хорошего. Пока-пока.